Лиза, пожалуйста, прокомментируйте соревнования. Чуть-чуть не хватило до медали. Да, это точно. Одну попытку мне не хватило, чтобы медаль тоже завоевать. Как бы результат 4.65 нормально, очень тяжелые соревнования для меня сегодня это были. Я очень боролась. И как бы, ну, если вы часто это посмотрите, рада, что я на пятом месте стою и как бы вот правда это добилась. А вот почему не получилось? Это самая первая, по сути, попытка, да, которая неудачная получилась? Да, ну как бы просто сегодня очень тяжело было прыгать, у нас ветер в лицо был, это как бы для шестовиков самое такое, что мы вообще ненавидим, это как бы очень много сил стоит. В зале я уже 4.75 перепрыгнула зимой, и, ну, конечно, я хотела бы сегодня это тоже как бы еще раз показать, личный рекорд установить, ну как бы, ну, я рада просто, что смогла 65 тоже просто сегодня взять. Стефаниди сейчас настолько сильна, что ее не победить? Нет, я думаю, ее можно победить, просто она как бы в этом районе 4.80 крутится уже второй год подряд. И я думаю, для нее, когда вот ей ставят 4.80-85, она просто немного по-другому на эти высоты смотрит, чем я обычно, например. Но это то, что, куда я тоже хочу шаг сделать, и вот над этим очень сильно работаю. А вот это 4.75, я так понимаю, что это сейчас такая пограничная высота, да? То есть психологически сложно? Ну, психологически нет. Просто как бы туда замахнуться надо. И это просто сегодня как бы не очень получилось, только энергии не было, чтобы перепрыгнуть. Но эти высоты 75-80 я как бы над этим работаю, чтобы и тоже их, может быть, подряд прыгать тоже. Какая цель вот на следующий сезон? Ну, я сегодня свое второе место в Европе держала. Будущий год будет чемпионат Европы. И я хочу как бы не то, чтобы там она выиграла, я там второе место заняла, типа того. Я просто хочу с ней бороться тоже.